12 октября в Апатитах на площадке у городского дворца культуры откроется традиционная выставка-ярмарка «Осенний калейдоскоп». Жители и гости города смогут не только приобрести свежие продукты напрямую от производителя, но и купить подарки. Единственное отличие от прошлых лет – торговля будет проходить исключительно на улице. Другие подробности народному телевидению рассказала культорганизатор Апатитского городского дворца культуры Елена Печкорская. В этом году выставка будет состоять из 17 предпринимателей. Это достаточно много для уличного мероприятия, что нас очень радует. Как обычно, это различные виды мясной продукции, продуктов питания, мед, это, конечно же, верхняя одежда, различные подарки и сувениры. Добавим, выставка будет работать каждый день до конца недели с 10 до 19 часов.